Ну и теперь о событиях дня подробнее. Жители Иркутска боятся, что в городе вновь начали орудовать поджигатели автомобилей. Повод для беспокойства более чем весомый. Сегодня ночью в областном центре сгорела иномарка, и поджог рассматривается как одна из основных версий происшествия. На месте дознаватели обнаружили камень и пластиковую бутылку с остатками нефтепродукта, поэтому не исключено, что машина пострадала от рук злоумышленников. С начала года в регионе это не первый случай. В конце февраля в Ангарске камера зафиксировала момент поджога иномарки. Всего же за последние два месяца произошло более 10 аналогичных случаев, что, конечно, несравнимо с настоящей огненной эпидемией 2015-го, начала 2016-го. Тогда не проходило и недели, чтобы не горели машины. Притом основная часть автомобилей относилась к премиум-классу. Если нет свидетелей видеозаписи, найти поджигателей бывает непросто. Тем не менее, в этом году уже удалось задержать 5 подозреваемых. 3 материала направлено в суд на рассмотрение.